Всем приветики. Хотел бы вам показать, как правильно делать размытие фона. Ну, не фона, а какого-то объекта. Вот у меня, например, есть надпись. Я хотел бы ее размыть, к примеру. Берем, дублируем дорожку. После этого на основную дорожку накладываем эффект. Эффект гауссовского размытия. После чего выбираем... Нет, после чего мы выключаем вот эту дорожку, приглушить. Она отключается, чтобы видеть, что мы делаем. И выбираем экстремальное размытие. После чего включаем обратно эту дорожку. Нажимаем на вот этот вот значок. Почему-то он не подписывается. И выбираем, нажимаем на маску и выбираем на наш текст, который мы хотим размыть. И получается, оно нам его показывает, а все остальное вырезает. А нам наоборот нужно, чтобы его вырезало, все остальное показывало. Для этого режим меняем на с положительного на отрицательный. После чего мы видим, что здесь почернело, и здесь наоборот все видно, а тут не видно. Таким образом, на протяжении всего куска у нас будет этот момент размытый. Причем он такой же белый, как и фон, и даже не особо заметно. Вот оно. Если смотреть, то даже особо и не видно. Оно беленькое и особо незаметно. Вот. И так делать можно с любым текстом. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.